Тема магнитное поле. Вопросы магнитное поле прямого тока, магнитное поле кругового тока, теорема Гаусса для вектора магнитной индукции. Пусть точка, которая определяется магнитное поле, находится на расстоянии b от провода. Тогда радиус равно b делить на синус альфа. Подставив найденные значения радиуса и длины проводника за закон Биосова-Лапласа, получим формулу магнитной индукции. Для конечного проводника угол альфа изменяется от альфа 1 до альфа 2. Тогда формула магнитной индукции будет выглядеть как формула, записанная под номером 1.5.1. Для бесконечно длинного проводника альфа равно 1 равно 0, а альфа 2 равно π. Тогда формула магнитной индукции будет выглядеть как формула, записанная под номером 1.5.2. Поле прямого тока имеет значение магнитной индукции, и она является бесконечным значением. Магнитная индукция бесконечного значения равняется μ нулевое делить на 2π умножить на I умножить на L делить на R. Здесь синус бета равняется R большая делить на R маленькая. Тогда для параллельного значения магнитной индукции формулу запишем 1.6.1. Рассмотрим поле, создаваемое током, текущим по тонкому проводу, имеющему форму окружности радиусом R. Подставив вот это значение в формулу радиуса, проинтегрировав по всему контуру, находим длину проводника, получим выражение для прохождения магнитной индукции кругового тока. И вектор магнитной индукции будет выглядеть как формула, записанная под номером 1.6.2. При x равно 0 получим магнитную индукцию в центре кругового тока. И эта формула будет выглядеть следующим образом. b равно μ нулевое на i умноженное разделить на 2r. Поле кругового тока имеет форму магнитной индукции b нулевое равное μ нулевое делить на 2 умножить на i разделить на r. Поток вектора магнитной вектора через замкнутую поверхность должна быть равна нулю. В формуле 1.7.1 рассматривается вектор магнитного потока в интегральной форме. И говорится о том, что поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую поверхность равна нулю. Дальше мы рассмотрим то, что в природе нет магнитных зарядов, источников магнитного поля, на которых начинались и заканчивались бы линии магнитной индукции. Заменив поверхностный интеграл в объемный, мы получим следующее значение, которое записывается в формуле 1.7.2. Основные уравнения магнитостатики для магнитных полей, созданных постоянными токами, потоками зарядов, записаны в дифференциальной форме и имеют вид дифференциальная формула B, магнитная индукция равна нулю. Первое из этих уравнений говорит о том, что дивергенция вектора B равна нулю. Если сравнить его с аналогичным уравнением для электрического поля, дивергенция напряженности равняется ρ делить на E нулевое, то можно прийти к выводу, что магнитного аналога электрического заряда не существует. Нет зарядов, из которых выходят линии вектора магнитной индукции. Магнитное поле обладает тем свойством, что его дивергенция всюду равна нулю. Электростатическое поле может быть выражено скалярным потенциалом, а магнитное поле – вихревым или соленоидальным. Возникают магнитные поля в присутствии токов и являются вихревыми полями в области, где есть токи. Векторная функция векторного аргумента – ротор, взятая от вектора магнитной индукции пропорционально плотности тока. И она представлена как матрица. Магнитная линия образует петли вокруг токов. Не имея ни конца, ни начала линии, магнитная индукция возвращается в исходную точку, образуя замкнутые петли. В любых самых сложных случаях линии магнитного индукции не исходят из точек, и утверждение, что дивергенция B равно нулю, справедливо всегда.